Доброго времени суток! С 25 сентября 2018 года в Москве и области меняются условия предоставления услуги «Есть контакт» от Билайна. Бесплатная ранее услуга обзаведется абонентской платой. «Есть контакт» – это услуга Билайн, которая отвечает за то, чтобы абоненты, которые вам звонили, пока ваш номер был недоступен, получили смс с сообщением о том, что вы стали доступны. С подобного рода услугами сталкивались почти все. Сообщение а-ля «Абонент XXX» снова в сети. Ранее я уже рассказывал, что с 13 сентября 2018 года в ряде регионов «Есть контакт» получит абонентскую плату. Но на тот момент никакой информации по столичному региону не было, а вот теперь она появилась и не несет в себе ничего нового. С 25 сентября 2018 года для архивных тарифных планов с постоплатной системой расчетов на услуги «Есть контакт» появится абонентская плата, которая составит 1,5 рубля в сутки. На действующих тарифах, а также тарифах линейки «Все за» с ежемесячной абонентской платой, услуга «Есть контакт» останется бесплатной. А вот те абоненты, которые не следят за свежестью своего тарифа, а также те, кто доволен текущими параметрами своего архивного тарифного плана, получат не самый приятный бонус – дополнительно вычитаемые с баланса 45 рублей в месяц. Отключить услугу Билайн «Есть контакт» можно при помощи звонка на номер 0674-094-020 или команды «110-40-20-решетка». Что вы думаете по поводу такого нововведения от Билайна? Пишите в комментариях. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.